Привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юлия Рябинина. Я по-прежнему в Турции, в городе Мерсин. И продолжаю свой познавательно-развлекательный сериал о том, как я хотела купить квартиру в Турции, но не купила. Кстати, если у вас есть такие намерения купить или арендовать квартиру в Мерсине, я очень вам рекомендую подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик, потому что впереди еще много серий, очень захватывающих и познавательных для моих зрителей. А также, если вы не посмотрели предыдущие серии, тоже рекомендую посмотреть, потому что там просто бездна полезной информации. Посмотреть вы можете, если смотрите в YouTube, то по подсказочке, если в Яндекс.Дзене или в Рутубе, то подсказку найдете в описании под видео. Итак, мне показалось, что я нашла квартиру своей мечты. Это была двухкомнатная квартира в очень хорошем комплексе в районе Теджи. Ну, не совсем рядом с морем, но достаточно с красивым видом. С одной стороны море, с другой стороны горы. Просторная, с большой террасой и с очень веселым разговорчивым соседом. Но два момента меня смущало. Первый момент, что дому уже около 3 лет, а у него нет эскана. Это технический паспорт дома. Без этого технического паспорта вы платите больше за электричество и, по-моему, даже коммуналку. И без него вам не подведут квартире газ. Я думала-думала и бросила этот вопрос в тематические группы в телеграм-канала. И тут ко мне просто пришел шквал отрицательных отзывов об этом комплексе. И главное, что мне сказали, что дом, в котором я собиралась покупать квартиру, в нем нет эскана. Что, в общем, странно, да? 3 года, а эскана нет. Почему нет эскана? Как правило, это две причины, две проблемы. Первая – это какие-то технические проблемы в доме. И второй – плохо работает управляющая компания. Дело в том, что для того, чтобы подвести газ непосредственно к квартире, поставить счетчик, нужно получить, управляющая компания должна получить согласие 50% жителей дома. Мне кажется, что главная причина отсутствия эскана в доме моей мечты в том, что управляющая компания просто плохо работала и там не собирала согласие у жильцов, либо жильцы были не согласны, хотя какая им разница, согласие дается бесплатно. И второй момент, который смущал меня, это был район Теджи. Это активно застраиваемый сейчас район, где очень много хороших сите, можно купить квартиру прямо на первой линии у моря, но этот район уже много лет является такой большой стройкой. Там особо не пытаются делать хорошие дороги и набережные, потому что стройка, что ее облагораживать? Вот когда все построим, тогда и все остальное облагородим. Риэлторы в один голос говорят о том, что вот пройдет год-два, наверное, они говорят, это уже тоже не год-два, и здесь будет не хуже, чем на центральной набережной Мерсина. Но, вы знаете, я живу сегодня, и мне хочется сегодня уже, вот, а тут просто пляж, и народ моется, поэтому время от времени раздается звук воды, поэтому не обращайте внимания. И продолжаю. Я живу сегодня, мне сегодня хочется жить в чистоте и комфорте. То есть я по своей природе эстет, мне нужно видеть красоту не только там в пределах моей видимости, в пределах видимости из моей квартиры, но и выходить и любоваться, то есть, чтобы была возможность где-то гулять. В Теджи особо гулять негде, набережной как таковой нет, какая-то узкая дорожка и очень необустроенный грязный пляж. Почему-то турки любят бросать мусор везде, где ни попадя. И, в общем, мне сам район не понравился. Поэтому, в общем, я решила не торопиться с покупкой квартиры, еще посмотреть. А пока было время, подумала я, не сделать ли мне фильм о том, как живут русские в Турции. И меня больше всего интересовали фрилансеры, потому что я сама присматриваюсь к тому, чтобы стать фрилансером. Ну, по крайней мере, не фрилансером, а удаленщиком. И я договорилась с Рифатом, с тем прекрасным молодым человеком, который снимал «Бактыгуль и меня». Он снимает YouTube-канал для
нескольких риэлторских агентств. Кстати, очень хороший оператор и очень хороший художник, я бы сказала. Поэтому очень рекомендую. И я ему позвонила, говорю: «Рифат, давай-ка мы с тобой забабацаем блог о том, как живут фрилансеры в Турции». Он с радостью согласился, но так получается, что все предприимчивые русские, активные, которые в Мерсине, они все зарабатывают на недвижимости, даже если напрямую, а косвенно, например, как Рифат. И в итоге наш блог, который должен был посвящен быть рассказу о жизни фрилансеров в Турции, в общем, мы об этом рассказали, но все равно он свелся к рассказу о мерсинской недвижимости. Слушай, Рифат, скажи мне, как ты в такую жару выживаешь, а? Я как-то даже, честно говоря, не обращал внимания. Хотя я и родился в Сургуте, в Сибири. Но... Ребята... В жаре нормально отношусь почему-то. Это не пранжа, это салфетка. Потому что, мне кажется, без салфетки в жару в Мерсине делать нечего. Потому что жарище... невыносимо, ты мокрый, можешь 5 футболок за день сменить. Вот. А Рифат, он человек южный, хотя он жил в Сургуте. Как тебя туда занесло? Родился там. А чего я это? Почему я тебе не повесила петлю? Сейчас я тебе повешу петлю, но пока я надеюсь. Петлю? Да, петлю на шею, да. Сходу. Это телевизионный жаргон. Петля на шее, срезать голову. Да? Вы знаете, я сегодня хотела начать этот фильм с красивого кафе, с красивых видов. Но прежде чем до них добраться, у нас только произошло, поэтому начнем, как по нашей старой доброй традиции, в машине. Итак, как живут фрилансеры в Мерсине? Кстати, очень актуальный вопрос. И сегодня героем моего фильма, если можно сказать, будет уже известный вам Рифат. Он фрилансер. Типичный фрилансер, человек, который работает сам на себя. И девушка по имени Баян. Девушка по имени Баян, а вы же не фрилансер, да, или фрилансер? Наверное, до июля месяца я могла себя позиционировать как фрилансер, потому что я также работала в сфере недвижимости, но это было у меня онлайн. Угу. Но в любом случае это будет... Вот видите, вот еще подальше, чтобы всех увидеть. Это будет взгляд... со стороны бывшего фрилансера, нынешнего фрилансера, и мы узнаем, как им живется в Турции. Тут вообще много вопросов и по законам, и по сообществу, и по заказам, и много-много. А сейчас Рифат держит интригу. Рифат, мы куда едем такой, скажи. Я думаю, лучше это будет показать ровно через 2 секунды. Магия монтажа. Выглядит, конечно, все... не очень. Ну так, по-деревенски. Да, но я предлагаю зайти внутрь сначала и свои впечатления уже выстраивать именно оттуда. Такая тенистая площадка, я бы сказала, даже огромная беседка, терраса. Я вот, кстати, вы спрашивали про мой велосипед, на котором я по набережной катаюсь. Я его припарковал здесь. Да ладно, врешь ты все. Немножко вот такого яркого цвета он. Понятно. Креативный такой велосипед. А да. Смотрите, виноград поспевает. Ага. Кислый. Кстати, небось. Нет, сладкий. Да? Сейчас попробуем. Попробуйте. О, сладенький. Угу. Он вот-вот уже вот. Угу. Еще чуть кисленькое есть, но уже сладкий. Здесь так. Ну, если хочешь чай, набираешь сам воду из колодца. А как я буду наливать? Что ты врешь? Я же не могу набрать воду из колодца! Вот так обманывают русских туристов! Вот, смотрите, пруд. Смотрите, на утях. Ой, господи, ты посмотрите, какая это прелесть! Я не буду тебя трогать, извини, пожалуйста. Смотри, защищаешь. Да, не буду. Помимо того, что... воду для чая надо раздобыть с колодца. Если хочешь на завтрак яичницу, чтобы тебе здесь приготовили, нужно сначала собрать яйца. А где курицы? Они здесь гуляют. То есть они своих детей оставляют, да? Ну как дети? Это яйца. Каждый день отсюда забираешь, завтрак себе сделал.
открыты. И готово. Ребята, это нормальный турецкий завтрак. Все, что смогу, расскажу. Это что-то местное, похожее то ли на варенье, то ли на соусы. Это все варенье, помидоры, огурцы, инжир. Я знаю, что вот это... Это жареная колбаса, сливочное масло, какая-то выпечка, оливки, жареная картошка, яичница, оливки, сыр. Еще-то там еще что-то, мед. Это все обычный завтрак. И, в общем, это все нам троим накрыли. Мне, Рифату и Баяну. Мы сейчас будем есть. Это помидоры с чесноком. О, а вы нам завидуете. Здесь я 5-й месяц. Моя квартира была 38 квадратных метров в новостройке в городе Пятигорске. Она стоила в рублях, если это 5,5 миллионов рублей полгода назад. Но вы понимаете, что такое однокомнатная квартира? Это когда у тебя кухня и зал, больше ничего нет. Здесь американский стиль недвижимости. Однокомнатная означает, что у тебя есть еще спальня. То есть по нашим меркам это двухкомнатная получается. В общем, там у меня было 38 квадратных метров за 5,5. Здесь я приехал, купил 63 квадрата, и у меня вышло в 4 миллиона с копейками. Получается, полтора года я проживаю в Мерсине. В самом Мерсине. Родом я из Казахстана, жила в городе Нур-Султан, Астана, да, более известная. Переехала я по причине карантина, наверное. В какой-то момент мне вдруг стало страшно, что ну вот все, теперь так будет всегда. А я там 33 года жила в одном городе, в одной стране. И стало немножко грустно. Плюс, конечно, климатические условия. У нас в Астане очень холодно постоянно. Как мы говорим, 9 месяцев в году у нас холодно, а 3 месяца очень холодно. И от этого устаешь постоянно, и, соответственно, хотелось что-то такого. Пожить у моря. В целом, я всегда говорю, что жизнь одна, и нужно обязательно прожить у моря. Дерево, чтобы вас не сглазили. А что нужно с этим деревом сделать? Постоять под ним? Видите, сюда вешают такие вот. А, вот такие, амулеты. Вот эти амулеты. А, их часто видят. Да, вы можете вот ленточку эти, завязать. Вот эти амулеты, которые продаются, это амулеты от сглаза, да, получается? Именно. Загадывайте желание, решайте. Они создали здесь искусственно, видите, этот шум реки, чтобы был. Да. Канал такой сделали. Ютуб-канал. Что-то я засиделась, называется. Спасибо за рекламу. Подписывайтесь, ребят. Подписывайтесь, делитесь. И вообще, комментарии скажите, кстати, как вам это место? Вы знаете, есть такие два типа людей, которые очень любят что-то такое аристократичное, с белыми скатертями. А есть люди, которые любят оригинальные вещи. Атмосферные, авангардные. Это место без белых скатертей, но с очень необычной атмосферой. Да, она такая креативная, она нашинская, ребят. Чего нам эти скатерти? Чайник прям вот так подают. Да. Вот он, видите, кипит. Ага. Варится чай. То есть я снимал клипы. У меня были друзья, ну, песни пели они, допустим, на местном уровне, да. И у меня камера была. Я им снимал клипы. В YouTube закидывали там. И у кого-то песня выстрелила. 3 миллиона просмотров набрала. Без клипа, просто с картинкой. А он оказался мой друг детства. Он мне говорит, ты снимаешь видео, я пою, давай запишем клип на эту песню. Она в Ютубе стала популярной. Мы сняли клип, на сегодняшний день там 85 миллионов просмотров набрала. И она была долгое время в чартах номер один, как песня сама. В 2018 году это случилось. Таким образом, от таких больших просмотров люди узнали меня. И какие-то блогеры, артисты начали приглашать меня на совместную работу. А когда ты приехал в Турцию, чем ты начал заниматься? Тем же? Я сначала искал квартиры для покупки для себя. Поработал со многими риэлторами. Поработал в том смысле, что они работали, и я искал себе квартиру. Познакомился со всеми. И они узнавали, чем занимаюсь я. Да? Ну, знакомимся, спрашивают. И они понимают, что продажа, ну, реклама, двигатель торговли – это закон природы, и они понимали, что если люди знают о Турции, в основном из стран СНГ, что знают они? Анталию, Аланию, Стамбул, такие. Да. Мама. Мерсин мало кто знает. Вот. И, а людям же здесь, вы видите здесь застройки, с какими бешеными масштабами идут.
А как их продавать, если люди даже не знают об этих местах, допустим, да? И нужна съемка, нужен YouTube-канал. На родине я занималась продажей недвижимостью где-то с 2018 года. И буквально через полтора года мне стало также немножечко скучно продавать недвижимость в этой сфере. Я вообще хотела уйти. Тогда мне сказали, не вздумай уходить, потому что все деньги в недвижимости. Я тогда решила просто пересмотреть это. Видимо, чего-то просто не хватало, и того, что не хватало, было именно связано с переездом. Вообще, когда я сюда ехала, у меня не было мысли становиться риэлтором здесь. Почему? Каждый там, пятый, я не знаю, десятый человек, который сюда приезжает, он начинает заниматься недвижимостью. И уже это, в принципе, там, неважно, у тебя есть какой-то бизнес, нет, так или иначе тебя это заманивает. И я таким образом не хотела себя обесценивать, что про меня говорили, приехал еще один очередной риэлтор, который здесь собирается таким образом зарабатывать на жизнь. Но судьба сложилась так, что приехав в Мирсин, по-моему, 25 декабря, там, до Нового года я продаю две квартиры, помогаю, да, продать две квартиры, и я в какой-то момент понимаю, что, видимо, наверное, нужно. Далее были неприятные опыты работы, там, сотрудничества с какими-то компаниями, поэтому в какой-то момент у меня наступила какая-то пауза, и после этого, буквально в прошлом году, там, благодаря определенным тоже компаниям на территории России, я прошла обучение, и я понимаю, что я могу здесь вести эту деятельность онлайн, потому что там ИП у меня в Казахстане, зарплату мне платят из России. Все, то есть ко мне, грубо говоря, здесь я ни от кого деньги не получаю. И таким образом я выстраивала свою деятельность, я поняла, что будущее всех риэлторов – это развитие агентской системы. И в этом направлении я немножечко начала двигаться, и у меня получились там некие свои плоды. И до сегодняшнего момента, в принципе, я работаю так. Вы спрашивали, где курицы? Вот скажи мне, пожалуйста, почему ты своего ребенка оставила одного, а? Вот почему ребенка оставила одного? Да, ребенок-то... Иди быстро к ребенку. Давай. К ребенку давай. Обратите внимание на столы. Да. Турки очень любят отдыхать семьями. Смотрите на это гнездо. О, это для кого? Интересное такое дерево. Это для кого гнездо? Я полагаю, что так сделали инсталляцию. Дети фотографируются. Это гнездо для большой турецкой семьи. Да. За последние 30 дней я заработал минимум $1000. При этом где-то у меня было 5-6 съемок. Если ты хочешь работать, получать прозрачную зарплату и в дальнейшем не иметь никаких проблем с законом, обязательно нужно получать рабочую визу. Для этого тебе нужно работать, как я сказал, не просто там с блогерами или свадьбы снимать, ходить, да? Тебе сначала нужно где-то зарегистрироваться в какой-то компании, чтобы ты там получал какую-то формальную зарплату и рабочая виза. Но если у тебя есть рабочая виза, то значит за тебя кто-то платит налоги, а значит тебе нужно работать на эту фирму. Ты можешь себе назначить такой график какой-нибудь свободный, где ты сможешь быть и фрилансером, но там ты числиться должен. Вот. На данный момент я здесь работаю всего второй месяц. Да? 2 месяца я работаю из того времени, что я нахожусь. До этого я занимался поиском квартиры, обустраивался, знакомился. Сейчас вот второй месяц только работаю, но официально я вот сейчас только трудоустроился, и все у меня прозрачно. Чаще всего как здесь система работает, что тебя они сдают свои же, грубо говоря, то есть ты не можешь вести какую-то YouTube-деятельность, где-то это там рекламировать, потому что завтра к тебе могут прийти и сказать. А кто больше клял значит, русские или турки? Русские. Русские, я сейчас имею всех русскоязычных, русскоязычные, да? Русскоязычные, да. Мы, когда говорим русские, мы всегда подразумеваем русскоязычные, да? Да. Конечно, потому что были прецеденты, они вот прям сплошь и рядом, это Алания, Анталия, потому что там уже на квадратный метр по 10-15 русскоязычных, естественно, они начинают друг друга уже вытеснять. И то есть там, например, если приходит к тебе домой полицейский, и он приносит, показывает тебе, что на тебе было написано заявление, да,
о том, что ты там ведешь незаконную деятельность. Но там понятно, что это было написано с помощью переводчика. Ну, то есть турки так не напишут. Ну, то есть у турков, во-первых, ну, то есть понятно, что, соответственно, это писал какой-то русскоязычный, он воспользовался переводчиком. И опять же, откуда, к примеру, да, если девочка занимается там маникюром дома, ну, откуда турецкой женщине знать, что она этим занимается? Ну, кто, и она к ней не заходит, они не общаются. Соответственно, пришла какая-то клиентка, а может быть, конкурентка, и там засняла фотографии, видео, и пошла, обратилась в полицию. Вот и все. Если хотите после дороги устали и отдохнуть на гамаке. Я, значит, вот так, и в чем хоть... не упала. А снимать обувь много? Ну, я думаю, да. Да, здесь везде снимают обувь. Да, да, и да, кстати. Котик, футболки-то. Ну, слушай, я, кстати, давно на гамаках не валял. Самое главное впечатление, когда вы смотрите на небо сквозь листья. И вот в это время ваша жизнь останавливается, тормозится, и вам становится так хорошо. Поели, как вы видели, у нас был полный стол завтрака. Потом нам принесли фрукты с чаем. И почем это все нам? А сколько нам обошлось это все? 300 лир, это 17 долларов. 17 долларов на троих? На троих. Потом мы вообще ничего не съели. Да, а им еще много оставили. Да. Можно было с собой забрать. Но тут, видимо, не забирают, потому что едят все свежее. Мы подъехали к заправке. Газ вармес. Вот, подъехали к заправке, а оказывается, машина, а чья машина-то хоть? Машина Баян. Машина, общая машина заправляется газом. Бензин стоит 23,89, это в районе 100 рублей. А дальше, а газ у нас стоит 10,69, ну, в общем, теперь понятно, газ стоит в два раза дешевле, более чем в два раза дешевле. Вот сейчас посмотрим, как... Hello? Use a link. Что ты сказала? На 150 лир. Вообще, вот и сколько вот хватает на 150 лир? Сколько можно проехать километров? Получается, блин, в километрах не скажу, но если на 185 лир это полный баллон залить, то, в принципе, дня два я могу ехать. Если прям не дальний расстояние по городу. Ага, ага. А вот смотрите, ребят, видите, вот счетчик пошел. Вот сейчас он. Посмотрим, на 150, сколько литров они дают. Да, и вот такой шланг, который прям где-то прикрепляется, как будто к выхлопной трубе. Пока-пока. Он нам предложил выпить чай. Ой, я очень люблю гостеприимных турецких людей. Спасибо. Как спасибо забыла? Тышикадыры. Упомянули о том, что в Турции дешевые квартиры и дешевые продукты, дешевая еда, но в Турции дорогие машины. И Рифат, или, ой, сейчас, подожди, Баян, скажите мне, почему они дорогие? Там можно пошлины высокие, да? Да. Угу. Да. Только из-за этого налоги достаточно высокие. Но если сравнивать вот со стоимостью авто в Казахстане и в Турции, то пиздец. Взял, подрезал меня из шага. Вот так вот ездят в Турции. То есть я смотрю туда, выезжаю, а этот отсюда меня подрезает. Моя любовь снимать так, когда не закончится тем, что я сломаю себе камеру в Турции. Вот. А вот если сравнивать со стоимостью машин в Казахстане и в Турции, насколько дороже процентов в Турции? На процентов 50-40. Фига себе, это существенно. Учитывая, что здесь дорогой бензин, газ подешевле, конечно, в районе 35 рублей, если переводить на рубли, то Баян, например, не купила машину, взяла ее в аренду долгосрочную, да? Да. Это выгоднее? Это выгоднее. Это выгоднее, например, чем ездить на такси, определенно выгоднее. Потому что приехать там с одной точки в другую
это в среднем будет там 150-250 лир, а сутки, например, машины обходятся там, все в зависимости, это автомат или механика, но в среднем где-то от 350 до 500 лир. А в месяц, в среднем можно бы посчитать, где-то могут отдать за 350-400 лир в сутки. Mm-hmm. То есть это где-то от 10 тысяч лир и выше. Опять же, 35 тысяч рублей в месяц. Мы сейчас на пляже Томюк, правильно? Да. Это такой один из популярных районов Мирсина. Но пляж чистым нельзя назвать. Да, я тоже обратила внимание. Это вот о чем вам Баян говорила. Пляж красивый, но... Вот сама вода, видите, грязная? Угу. Там песок, потому что серый. А с какого места начинаются чистые пляжи? Нет, самые чистые пляжи, это просто не то чтобы чистые, да, именно курортные, они начинаются от Эрденли и дальше. Угу. Но здесь, по сравнению, например, с Кэджэ, здесь намного лучше. Угу. Сюда приезжают люди, чтобы отдыхать. Дальше это Арпайш, Эрденли. Ну, то есть это все, например, те люди, которые здесь покупают квартиру, оно будет для вас шаговой доступностью. Это не 4 часа на самолете лететь. Девушка по имени Баян, обладающая удивительным даром убеждения, попыталась отговорить меня вот, не рассматривать узко только Мирсин, а рассмотреть соседний с Мирсином район, Эрдемли называется. В этом районе можно купить, ну не везде, но в некоторых местах можно купить просторные видовые квартиры в хороших сете, там пляжи чистые, большие, хорошо оборудованные набережные. Пляжи, кстати, море, кстати, чище, чем в Мирсине. Единственный минус – там нет газа. Но, как сказала мне Баян, это не проблематично, потому что в Мирсине зима лишь 2 месяца в году. И если рассматривать небольшую квартиру, как у меня, например, 1+1, то ее вполне можно отопить с помощью кондиционера. Мы проехались по некоторым местам, и поселки, в которых мне предлагали очень неплохие квартиры, в очень хороших сете, это Томюк, Арпач-Бахшиш и Кыргызпенари, я их отмела сразу, потому что, и, кстати, бросила тоже вопрос в тематические телеграм-группы, и подтвердила свои сомнения, это чисто летние курортные поселки для летнего отдыха, но не для постоянного проживания. Зимой там жизнь вымирает, чуть ли не 80% народу уезжают, многие магазины закрываются, кафе тоже. В общем, мне хотелось тусовки, мне хотелось инфраструктуры. И поэтому я выбрала Эрдемли. Это замечательный городок, великолепный. Я думаю, если туда проведут газ, это будет вообще хит провинции Мирсин, потому что он мне напомнил немножко Европу. Ну, конечно, не стопроцентно. Прекрасная, хорошо оборудованная небольшая набережная. Замечательный пляж чистый. Вообще город сам чистый, в отличие от Тедже и Мирсина. То есть там как бы в каких-то общественных местах типа набережной чисто, немножко глубже уйдешь, начинается такая типичная турецкая помойка. Но там чисто везде. Там везде выложено плиткой. И город замечательный, с хорошей инфраструктурой. Там и торговые центры, и школы, и больницы, и муниципалитеты. То есть, если вы не очень любите куда-то выезжать, то оттуда можно вообще не выезжать. К сожалению, я не сняла этот город, потому что в это время я заболела. Заболела довольно серьезно, потеряла голос, у меня была температура, не было настроения, не сил снимать, я только у силы были чего-то посмотреть. Но если, я думаю, не составит для вас большого труда, если вы заинтересуетесь этим городком, найти видео из Ютуба Эрдемли и понять, что мои слова правильные. Но у меня остались фото, и я вам покажу. Но не в этой серии, а в следующей я вам покажу квартиры, которые я рассматривала, расскажу порядок цен, условий и прочее. Вот. Но, в общем, короче, мой выбор остановился на Эрдемли. Я поставила себе цель искать здесь квартиру своей мечты. И для того, чтобы понять вообще, кто мне что продает, мы поехали в офис. Ну что, вот мы на нашем рабочем месте. Сегодня, правда, у нас воскресенье, выходной. Людей здесь мы не встретим, но... Нет, но есть вот один. Да. Да.
Вот. А один из сотрудников приехал, чтобы нам офис открыть. У нас вот еще есть сотрудники. Смотрите на эту сторону, поверните. А, ну вот это первый. Главные сотрудники, да, конечно. Да, вон второй. Это самый беспроигрышный сотрудник. Ему это всегда все рады. Круглосуточная охрана. Да. Ну, пройдемте внутрь. Заходишь как в музей современного искусства. Посмотрите, какое решение. Поработаем немножко дизайнерами. Посмотрите, белый цвет основной. Все сделано в белых тонах, но очень яркие цветовые акценты. А они создаются вот этими креслами. Смотрим, сколько кресел. И все одинаковых форм, но разных цветов. Бирюзовая, желтая, фиолетовая, красная. А у Баян самые непритязательные серые, но самые красивые, элегантные. Что, какое у нее крутое место, посмотрите. Белый стол. У меня и были какие-то определенные представления о квартирах в Мерсине и о прочем. Вот я тебе их озвучу, скажи, они правильные или неправильные, да? Газифицированный дом – это лучше, чем не газифицированный? Нет, неправильно. Если стоит вопрос газифицированного дома в доме, который там не очень качеством, там планировка меньше, пляж, отдаленность какая-то, неудобное расположение, и есть не газифицированный дом с хорошим видом, с хорошей планировкой или локацией, я всегда выберу не газифицированный дом. Нельзя покупать квартиру без эскана? Можно. Можно. Можно брать квартиру без эскана, но перед тем, как купить, вы должны понимать, да, какая там, тоже, какие могут быть последствия. Это перепродажа, это бывает чаще всего, не во всех, но были прецеденты домов, проблемы со светом постоянно, потому что там тарификация, по-моему, идет как у строящегося объекта. Опять нужно смотреть, то есть объект. Вот мы вчера Рифату говорила, есть объект в ТДЖ, большой комплекс, хорошее расположение у моря, инфраструктура. Там нет эскана, но там подключили газ. А эскана нет почему? Потому что на территории дома они решили построить там 5- или 4-этажный комплекс. Из-за того, что этот комплекс еще не достроен, они не могут получить эскан, потому что в целом не могут сдать проект. Вот. Тут же тоже нужно понимать, из-за чего эскана нет. Либо застройщик пожалел деньги выделить, да, на получение, либо у него есть какие-то задолженности, либо там вот какие-то есть просто нарушения. А нарушения могут быть вообще любые. Ну, насколько я знаю, там просто он чуть-чуть от проекта отошел, и ему не одобрили. А изменять он это не хочет. Вот и так и зависло это. Есть самый страшный страх – это снос. Ну, не знаю, есть дома здесь по 30-25 лет стоят без эскана, ну, как бы не сносили. Хотя, вот, поэтому есть последствия, если человек на это согласен, да. Перепродать будет сложнее, например, там турки не купят, потому что этот комплекс не будет в ипотеку продаваться, да. Ну, и опять же, не все газу, это повезло этому комплексу. Чаще всего ты газ не подключишь. Лучше купить большую квартиру у моря в старом фонде, чем маленькую квартиру в новом доме, но не у моря. Вообще обожаю этот вопрос, потому что я всегда выберу маленькую квартиру, но новую. Ну, ликвидность ее будет лучше. Соответственно, современнее, а те же все коммуникации новее. Дом, скорее всего, будет с хорошей инфраструктурой, расположением. Я всегда говорю клиентам, вы покупаете эту квартиру не на всю жизнь. Ну, никогда не. Ну, сколько, да, мы сколько живем, сколько раз. Мы стабильно каждые 5 лет среднестатистический человек меняет место жительства. И здесь, в Турции, там родители купили, и они уже сидят, думают, а вот через пару лет продадим, другой купим. Ну, это нормально. Поэтому квартиру нужно покупать с учетом перепродажи всегда. 5, 6, 7 лет вы должны понимать, классная ли локация, состояние дома, управляющая компания. То есть вот эти моменты должны учитываться, потому что вы в любом случае будете перепродавать. Пускай она сильно не вырастет в цене, но хотя бы не упадет. Веришь в будущее, в туристическое будущее Мерсина? Верю, определенно. Верю. У меня, когда полтора года назад я только рассматривала, у меня почему-то я на Ютубе смотрела, у меня такое, вот этот город, на него нужно делать ставку. То есть, потому что вот здесь
вот это есть некое, вот то, что это юго-восток, да, какая-то вот сохранилась какая-то восточная культура, вот именно та восточная Турция, которым людям еще неизвестно. И если здесь вот все это будет в таком же русле немножко направлено, мне кажется, ну, если здесь будет немножко по-другому, а здесь будет немножко по-другому, да, в отличие там от западной Турции, то определенно здесь есть регионы, которые как туристическая местность очень сильно выстрелят. Здесь много исторических мест, очень много, да, тут, по-моему, около 4 или 5 архитектур под защитой ЮНЕСКО. Мы вот ездили 3,5 часа от Мерсина, сколько мест. Если это развивать с целью именно исторических, то определенно там Урфа, 3 часа 4 езды, да, то есть это называется туристическое, да, это является город пророков. Город 5 пророков Урфа называется, то есть там родился пророк Авраам, то есть там, и этих мест здесь очень много, это же все неизведано. Классное место выбрали для завершения данного нашего совместного ролика. И я думаю, что тут все говорит само за себя. Вся атмосфера, наше сегодняшнее путешествие по районам, наш завтрак. Я не знаю, честно, что добавить. Мне кажется, и так все видно по нашим лицам, по тому, как мы здесь живем, и так, как у нас здесь все получается. Мы также боялись, также ехали в никуда, но все получается лишь потому, что очень сильно хочется. Я долго разглагольствовать не буду. Могу просто коротко сказать, что есть канал на Ютубе Баян Баженова, есть мой канал. Если вы поделитесь ссылками с вашими зрителями, они их посмотрят. И там мы снимаем про этот город, где все, в принципе, будет понятно, без лишних слов. Выбирайте правильных людей с первым знакомством для Мерсина. Вот если вы выберете таких людей, как Баян и Рифат, которые не просто вот впарить, а показать это место, показать его атмосферу и влюбить в это место, это очень важно. Я тоже благодарю вас за сегодняшний прекрасный день, хотя я и потеряла голос, но мне все равно хорошо. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, лайкните, поделитесь, скажите, поделитесь своими впечатлениями от увиденного, то есть ту ли Турцию вы видели, знакома ли вам такая Турция, либо не знакома, и мне очень нужна ваша активность, потому что любая ваша активность продвигает мой канал, отправляет его рекомендации, люди видят, знакомятся с этим прекрасным местом, поэтому будьте активнее, я буду вам за это признательна, и мои друзья новые тоже будут признательны. Я вас очень люблю. Пока.